Друзья, всем привет! В этом видео речь пойдет о сверлах. Обнаружил для себя шикарные сверла в шаговой доступности по низкой цене. Сейчас покажу, какие. Вот они, Декстер, продаются в Леруа Мерлен за копейки, но качество просто изумительное. Это сверла по металлу. Я знаю, что у многих мастеров, у мужиков всегда проблемы с оснасткой. Также и у меня всегда были проблемы с оснасткой, с подбором оснастки. Долго себе подбирал, вот остановил свой выбор вот на этих. Я их проверил. Сейчас вам покажу, как они классно сверлятся. У меня есть вот такая вот железячка. У меня сейчас вот тут между отверстий на керню. Вот, видите? Меточка. Сейчас я маслице капну. Просто шикарное сверло. Вот, поставил пятерку. Заточка просто идеальная. Вот, смотрите. Это я подсказываю всем в этом видео, что есть в шаговой доступности такие сверла. На каждой дрели вот есть вот такой колесик. Я в минус его откручиваю вот сюда. И на низких оборотах надо сверлить. Металл всегда сверлится на низких оборотах. Вот, смотрите, видите, вот она. Просто идеально. У меня хороших сверел не было, да, до этого. Всегда мучился. А эти вот я проверил. Заточены хорошо и прекрасно. Имейте в виду, что вот такие сверла Декстер, вполне приличные сверла за малые деньги. Если более именитые производители, вот такой комплект может стоить около 2-3 тысяч, а то и 5, 6, 7, 8 видел. Забыл открыть, вот видите, здесь размеры какие. До 10 сверла. Тут есть и 1,5 миллиметра, и миллиметр, и 2, 2,5. Ну вот, смотрите, все размеры. Вообще вот идеально. То есть вот в таком кейсике. В общем-то, вот такой вот обзор на сверла из Леруа Мерлен. Вполне приличный. Кому понравилось, поставьте лайк. Подпишитесь на канал. Надеюсь, всем это пригодится. Всем пока-пока.